Добрый вечер, вы на канале Гончаров Драйв, с вами Гончаров. Давно мы с вами не виделись, но сегодня перед тест-драйвом мы расскажем про интересные способности моих ног, а точнее их отсутствие. Давайте посмотрим, у меня есть... Okay, I'm turned at the party, for a pussy boy and you get burnt. Компания ST Tuning в городе Санкт-Петербург сделала за 10 часов интересную вещь, а именно, теперь мои ходунки с сиденьем от Louis Vuitton. У ходунков есть подсветка, благодаря которой можно очень хорошо погулять по Невскому проспекту и закадрить девчонок. А также тут есть музыка, но колонка у меня в рюкзаке. Не правда ли оригинально? Но вот, к сожалению, на ходунки цепляют внимание, очень интересные, яркие, с которыми можно походить по центру города. Но вот погулять там, где есть бездорожье, к сожалению, не получится. И для этого есть приспособленная техника, про которую мы сегодня расскажем. И замечу, она тоже на стиле. Okay, I'm turned. At the party, for a pussy boy and you get burnt. Acting up, you acting punk, you fuck while you get murked. Nigga bitches, I did it, sauce bitch I'm with it. I get it, shots that you fit it. I did it, yo, I did it, yo, I did it. Niggas asking where I get my drip back. Told the nigga throw it back, pack, nigga pack, pack. Asking for the money, what you back say? If you ain't my brother, throw the fuck, nigga, who's that? Cartier, Thursday. Asian bitch, really like Thursday. MRS, never like Thursday. Сегодня мы решили сделать тест-драйв на стильный, интересный американский внедорожник, а именно Jeep Wrangler 1998 года выпуска. Причем, кстати, я тоже стильный. Класс, лайк. Поехали. Hundred pack, Louis V Supreme, duffled up. I got the squad in this bitch, making that play, we gon' huddle it up. I got the squad in this bitch, making that play, we gon' huddle it up. Yeah, I'm back, yeah, I'm back. Fuck, nigga, stand back. Think you fuckin' with the gang. I be smoking and drink. What the snake, I wanna mosh pit. What a fan is that? I fucked your bitch and gave her plan B. Yeah, I'm playing that. I got the squad, we gon' go live, yeah, yeah. Под капотом у него находится интересный бензиновый двигатель объемом 2,5 литра, который выдает 141 лошадиную силу. И с помощью механической пятиступенчатой коробки передач данный автомобиль сможет разогнаться до максимальных 142 км в час. Позволяет разогнать данный автомобиль до первых 100 км в час, как заявлял владелец, за 7 или 8 секунд. Это достаточно хороший результат. Но на самом деле гонять на данном автомобиле не особо и хочется. Он подготовлен к небольшому оффроуду, а именно у нас задача добраться стильно, безопасно и с кайфом на оффроуд. А сейчас мы поговорим про внешний вид этого красавца. Тут установлена линзованная оптика, покраска в раптор, крюк, чтобы вытащить из бездорожья. Это нам, я думаю, понадобится. Потом у нас есть вот такая балка светодиодная, что тоже немаловажно. Также у нас кастомная лифтованная подвеска и интересные колеса, что позволяет проехать мне на бездорожье. Не как в моих ходунках. Да.
когда ты за рулем джипа Вранглера, тебе, в принципе, как заминированному тапку, вообще похую. Дорога всегда есть. А именно, ты получаешь очень интересные ощущения от вождения. А это все благодаря шестиступенчатой механической коробке передач. Также есть и интересные варианты автоматов, то есть трехступенчатый и четырехступенчатый. Устанавливали шестиступенчатые коробки от компании Mercedes. Двигатели тут, как было сказано ранее, очень интересные, как и дороги в России. А именно, под капотом у нас установлен 2,5-литровый двигатель 2,5 литра, 140 от лошадиную силу, благодаря которому этот зверь любит кушать от 16 до 18 литров, соответственно. Но это еще зависит от силы вождения и где вы едете и как. Если вы хотите купить подобный автомобиль или продать свой, рекомендую пользоваться мобильным приложением Краба. С помощью этого приложения вы сможете отслеживать актуальность своего автомобиля, смотреть, за сколько он продается, за сколько по времени он продается, а также найти отзывы и найти по актуальным ценам самые интересные варианты. Все ссылки на приложение Краба будут в описании. А мы продолжаем. Также не забывайте скачивать приложение Краба. Мы проверим.